Готье вообще любит делать все шиворот на выворот. В его первой мужской коллекции появляются тельняшки с открытой спиной, без козырки или морячки, а потом и вовсе юбки. Когда я начал создавать мужские коллекции, то подумал, если женщину в обществе объективизируют, я сделаю коллекцию, в которой в центре внимания будет мужчина. Я хотел показать, что они тоже могут быть соблазнительными. Их привлекательность существовала всегда, но это было табу. А что до женщин? Он их вооружает. В дадаистической коллекции Готье задает корсетный стиль, который позже появится в Бирдс. Как выразилась Кэти Хорин, он превращает грудь в ракетные установки. Хотя некоторые видят в этих конусах нечто более приятное, вроде рога единорога.